протесты, в том числе стал фильм «Расследование Навального по Медведеву». Вот как вы относитесь к таким вот расследованиям? Ну, смотрите, я сразу хочу сказать, я смотрел, я считаю, что политик должен знать, что вообще происходит. И если 14,5 миллионов граждан страны что-то посмотрели, я как действующий политик, представляющий законодательную власть, должен знать, что же людей волнует и почему на призыв одного человека, как я уже сказал, откликнулись десятки тысяч, прежде всего, молодежи по всем городам. Нового ничего там нет. Подано эффектно, подано очень красиво, в такой хорошей упаковке. И в этой связи я опять хочу обратить ваше внимание. Вот если бы в нашей стране действовали антикоррупционные законы, если бы власть была открытой, послушайте, ну создаете вы какой-то фонд, а почему об этом публично не сказать? Ну приобретает этот фонд какую-то недвижимость, а почему об этом публично не сказать? Почему нужно ждать вот таких, значит, на коленке, хотя, должен сказать, довольно профессионально сделанных фильмов, и, значит, в результате отмалчиваться? Я должен сказать, что, с моей точки зрения, молчание не всегда золото.